Приветище, фермеры! Мы продолжаем играть в Slime Rancher. Поскорее бы вышло обновление, потому что здесь уже становится нечего делать. Чем же мы сегодня займемся? Мы будем выполнять квесты, это раз. Собирать ресурсы для новых телепортов, чтобы сделать вот такие вот телепорты в другие локации запредельного запределья, тем самым облегчив себе сбор ресурсов. Ну и, соответственно... Ну и, соответственно, пинать балду. Вот что мы будем делать сегодня. Так, роботы у меня все заряжены, огонь. В комментариях писали, что нужно, по-моему, к Моте зайти и с ней еще раз поговорить, и там что-то она может важное мне сказать. Сейчас мы это проверим. Ты что, думаешь, что если мы с тобой немного поболтали по душам, это что-то вроде дружбы? Давай, Зара, как соберешься, пойди в долину и насобирай ртутных портов. Это мне бы сильно помогло. В принципе, вот и все. Вот так вот мы и поговорили. Ладно, пойдем теперь к этому, к Остину зайдем. Ой, Остин, Огдену. Огден, что скажешь? Огден нам, в принципе, тоже ничего нового не сказал, поэтому бежим к нашему скайпу. В скайпе всегда найдется с кем поболтать. К тому же там постоянно любят чем-нибудь озадачить. О, Боб! Давно мы с ним не болтали. Привет, курицы! Так, я тебя понял. Ты не изменяешь своим традициям. Так, значит, 5 таких и 2 таких. Держите сюда. О, огонь. Блин, какой же тут долгий скайп. Он так долго перезапускается. Короче, в самом начале я говорил тебе про телепорт. Вот смотри, у нас есть серый телепорт и голубой телепорт. Для них нужен индигониум. Он добывается в карьере индиго. Я там уже поставил несколько буров и насосов. Пойдем-ка туда слетаем, посмотрим, что уже накачалось. Вот моя пещерочка золотая, где добывается индигум. Так, значит... А, 3 минуты еще. Кстати, нам же Огрин подарил там какую-то фигню, ультра, типа расширение участка для фермерских дел. Давай-ка посмотрим, что это такое у нас. О, обновление Deluxe. Специальное обновление, разработано Огденом Ортисом, которое модифицирует репликатор участка для производства большего урожая, чем это обычно возможно. Давай купим. О, смотри, какие мини-балкончики появились, на которых выросли вот такие вот огроменные деревья. Да, ах да, Огден, ах да молодец. Так, мне такую штуку надо срочно купить у Пастернака. А то его так мало растет, это капец просто. Пастернак, вот тебе больше земли. Огонь. Ништяч... Ой, да тут так мало, всего по 3 Пастернака будет расти. Здесь и здесь. На 6 Пастернака больше теперь. Ну ладно. Ну, давай посмотрим, что у нас тут накачалось. Накопалось. Ага. О, вот он, индигониум. Целых 4 штуки, это просто роскошно. И здесь еще 3 штуки, офигеть. А насос что накачал? Да, не густо, конечно, очень как-то не густо. Так, давайте, бурите и качайте лучше. А я валю отсюда. Ну вот, вроде бы ресурсов мне хватает на один телепорт. Сейчас мы это проверим. Голубой телепорт, действительно я могу его сделать. Ну вот, давай его и сделаем. Изготовить. Я его хочу поставить в диком лесу. Так, где бы нам разместить телепорт? Вот это дела. Короче, кольцо я сейчас перемещу. Я его подбираю. Здесь устанавливаю телепорт. Вот так. А кольцо поставлю вот сюда. По-моему, здесь самое зачетное место для него. Установить. О! О, прикинь! Здесь есть фонарик. Офигеть! Я всю игру бегал без фонарика, и я про него не знал. Вот это открытие. Ну все. Отправляемся теперь к этому, к дикому лесу. С включенным фонариком, конечно же. На самом деле, тут довольно светло, даже ночью, поэтому фонарик это довольно бесполезная вещица. Вот все, вот и прилетели. Так, где это у меня тут это? Установки мои. А, вот они. Значит, здесь мы устанавливаем телепорт. Так, куда бы его здесь влепить-то? Вот здесь, наверху поставлю. Установить. Огонь. Ну вот, теперь я не буду каждый день бегать кросс. Пойдем глянем, что у нас тут. Дикий мед, всего одна баночка. Да ты чего? Сдурел, что ли? Сломался или чё? Не гоже так работать вообще. Так, давай проверим телепорт. Рабочий ли он или нет? А то как у Гобсона. Хоп, и закинет меня в какое-нибудь другое измерение. О, ништяк. Мы дома. Так, у нас накопилось прилично бабосиков.
Хотя нет, еще неприлично. Надо 120 тысяч. Так. Ой-ой-ой, это что за дела такие, я не понял. Э, пчелы, вы что, сдурели? Плорты раскидывайте мне тут. Так, надо их подзарядить, кстати, да. Пчелка, жучка, собиралка. Сейчас я ей навтыкаю люлей в ее жало. Офигела совсем, взяла плорты тут раскидала. Видать, в ее пузо не влезла. Э, жучка, ты чё мутишь, халтурщица? Все, 120 тысяч. Пойдем скорее покупать апгрейд. Премиум клуб. Ой, эскиз бур для гигантов. Покупаем. Хм, следующий ранг блуждающий волк 2. И тут, в принципе, достойны такие апгрейды. Надо только всего лишь 150 тысяч монет накопить. Пойдем посмотрим, что там за бур для гигантов. Мне даже интересно, сколько же он ресурсов-то требует. Ах да, нам еще тут надо пчелу заправить. А то у нее мало водиться тут. Так, значит, бур для гигантов. Вот он. Ага, ну тут, в принципе, ничего новенького. Все по-старому. Но я его все равно изготовлю. Биостроитель. Нифига себе, какое достижение дали. Воу, воу, воу. Ты только посмотри. Новое обновление доступно. Взломщик сокровищниц 2. Сейчас, сейчас, сейчас. Я вот этих чепушил покормлю. Как их там? Квантовых слаймов. Во. Все, бежим, бежим, бежим быстрее к апгрейду. Дождался на 99-й день. Это прям как Новый год какой-то случился. Открываем. Взломщик сокровищниц. 9 тысяч надо, блин, у меня денег нету. Я бомжую. Надо срочно накопить 9 тысяч. А как накопить быстро 9 тысяч? Правильно, пойти поспать. Сейчас спать до утра. Как быстро мы поспали. Нет, маловато, надо еще поспать. Давай сутки спать. Сотка. Соточка. Сотый день на запредельном запределье. Офигеть. У нас сегодня юбилейчик. Югу. Тут МСЭ надо устроить. Надо где-нибудь магнитофон раздобыть и кинотеатр. Кстати, да, у нас тут доступен звонок другу. Давай попробуем, может, меня там кто-нибудь хочет поздравить. Так, Виктор Хамфрис и Тара Вест. Ну давай к Тарочке, Тарочка. Выручи меня, и я прослежу, чтобы ты получила, что тебе причитается. Чё тебе надо, бабуль? Водяных 2 и погофрукты. Окей, сейчас. Погофруктиков у меня много. Даже чересчур. И тут у меня как раз 3 одиноких лужи слайма бегают. Давай одного отсюда возьмем. И одного отсюда. Бабусь, лови. Огонь. Опачки. Ты каким макаром здесь очутился? Э, прохвост мелкий. А ну давай обратно. Вот так. Кто еще отсюда сбежит, уши надеру. Засранцы мелкие. Наконец-то. Куплю сейчас взломщик сокровищниц 2. Покупаем. Круть. Пойдем взламывать сейфы. Итак, первую сокровищницу синего цвета МК-2 я нашел. Ну что ж, откроем ее. Что ж там сейчас попадется? Розовые коралловые колонны. Тьфу ты. Че с бурда? Такое должно в зеленых сокровищницах попадаться, но никак не в синих. Капец, я разочарован. Ладно, пойдем следующую откроем. Так, вот она, эта сокровищница. Давненько на нее посматриваю. Давай не подведи. Дай что-нибудь ценное. И... О, ресурсы. Но это все-таки получше, чем какие-то колонны, блин. Так, ну отсюда нам теперь надо вон туда попасть. Интересно, долечу, не долечу. Вон она, сокровищница. Красоточка. Сейчас... ну уже есть. Что у нас здесь? Блин, такое чувство, как фиолетовый телепорт. Вот это дела. Вот это нормас. Вот это я понимаю. Наконец-то пошло как надо. Давай, киндер-сюрприз, удиви меня. Бомбани какой-нибудь бомбезной штукой. Ого, пружинный амортизатор. Все, к чему бы ни прикоснулся, запускает прямо в воздух. Вот этот подгончик, вот это я понимаю. Ладненько, на сегодня сокровищниц хватит. Давай-ка лучше теперь попинаем балду. Не, шучу. Надо позвонить по скайпу, обязательно. Так, кто на вызове? Опять Боб. Нет, Огден Ортис, давай с тобой поболтаем. Иногда мне нравится прикурнуть вам шистом по крови. Но эти проклятые бабах слаймы меня всегда будет. Пастернак и мятная манго тебе надо, да? Ну, вот тебе пастернак и манго.
Ну вот, в принципе, и все. На сегодня мы с тобой выполнили все задачи, которые хотели, даже балду попинали немного. Да, становится скучновато, потому что здесь уже по большому счету нечего делать. Так что вся надежда только на обновление, которое должно скоро появиться. Вот. Я, конечно, понимаю, что я еще не все квесты выполнил в скайпе, и со мной должен по-любому связаться Огден. Ой, или как-то оно, Гобсон. Гобсон, да, по-моему, или как его там зовут. Ну, в общем, будем ждать этого момента. Вот, а на этом пока все. Если понравилось, то с тебя лайкосик, комментосик под видосик обязательно. И не забудь еще подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего крутого видосика. Ну все, на этом я с тобой прощаюсь. Чао, какао, тебе удачки и покеда-пока.